А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Clutch Play. Он играет в Skywars и также в Build Battle. Если это вас заинтересовало, то ссылочка на него в описании. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию открытия в кейсов, как в CSGO, только с покемонами. Да, ребята, в этой серии мы возвращаемся к нашему открытию кейсов. Давно мы этим уже не занимались, я сейчас нахожусь на спавне, меня уже спалили, что я зашел на сервер, и вот там уже меня караулят, уже там сидят люди и ждут, пока я туда приду. Но не, я сейчас в другом месте. И сразу же приступаем. А как обычно, по традиции, мы открываем каждый кейс по три раза. У нас есть серебряный, золотой, алмазный и изумрудный. Сейчас у нас серебряный, с серебряного падают простенькие шайни покемоны, да, то есть не прям какие-то редкие, а простенькие, такие как там шайни Абраша, шайни Голет, нифига себе, если честно, он нам еще никогда даже не выпадал. Он красивый, красивый. Ладно, давайте же сразу дальше. Дальше. Еще один серебряный кейс. Посмотрим, кто нам может выпасть. Я не знаю, кто нам еще не выпадал. Шайни Сайтер, я вижу, пролетел, выпадал. Шайни Слоупоша тоже вроде выпадал, да. Да, выпадал. Раз 150 выпадал уже. Но, в принципе, и так. Я рад, что хотя бы такое. Ладно, давайте последний серебряный кейс. Давай кто-то нормальный, пожалуйста. Кто-то такой нормалюсик. Такой нормалюсик. Я буду очень рад, если кто-то выпадет. А, ты Диурса там, Шайни? Шайни Литвик. Точно, ребята. Нам еще Шайни Литвик никогда не выпадал. Я был бы... Там Шайни Чинчоу, Шайни Джинкс, Шайни Магнемайт там уже много раз выпадал. Но я бы был бы рад, если бы честно нам выпал Шайни Литвик. Я бы очень был рад. Так, ладно, выкладываем этих покемонов в компьютер. Замечательно. Дальше. Дальше у нас идут золотые кейсы. Может мне день сделать или я не знаю, честно. Ладно, давайте сразу же откроем. Золотые кейсы. Золотые кейсы это... Это вроде шайни стартовики, да? Это шайни стартовики. Нам еще шайни Маткип не выпадал, шайни Бульбасар нам уже выпадал много раз, шайни Бульбасар нам уже много раз выпадал, но все же тоже прикольный покемон. Вот, шайни Бульбасар. Дальше. Следующий кейс. Все, наверное, ждут алмазных, все, наверное, ждут изумрудных кейсов, потому что с алмазных выпадают шайни редкие покемоны, такие как шайни Риолу, шайни Дратини и остальные. Шайни-то туда тоже круто, тоже круто. А с изумрудных выпадают легенды и шайни легенды, ребята. Да-да-да. Так, ладно. Последний золотой кейс. И после этого у нас идут алмазные кейсики. Посмотрим, что с них нам выпадет. Но перед этим еще нужно этот открыть, да, может с этого тоже что-то крутое выпадет. Прям как в КСке, знаете, может там что-то ценное нам выпадет. Я буду очень сильно рад, если он нам реально что-то выпадет. Я был бы... Шайни Бульбасар. Не хочу ничего говорить, но просто Шайни Бульбасар нам уже выпадал, поэтому... Нету смысла радоваться по этому поводу. Но ладно, мы приступаем к алмазненьким кейсикам. Ну что, ребята, готовы? Опа! Первый пошел! Смотрим, что нам выпадет. Кто нам еще не выпадал? Шайни... Да, в принципе, тут половина кейса, если честно, нам еще не выпадала. Ни Шайни Дратини, ни Шайни... Ну, Шайни Маншлаг сам уже, конечно, много раз выпадал. Вот. Я бы хотел Шайни Риолу, Шайни Дратини, Шайни... Да хоть Шайни Гасли, если честно. Было бы очень круто, даже если бы Шайни Гасли выпал. А там еще куча разных покемонов есть. Там еще куча разных покемонов есть. И очень крутых. Шайни Сандил, Шайни Аэродактиль нам уже выпадал, ребята. Шайни Фоссил покемон, это вам не шутки-карабутки. Это нормальные покемоши. Нам даже Шайни Иви уже выпадала. Шайни Лапрос выпадал. Я бы хотел, знаете, кого? Шайни Хундура? Ух ты, Шайни Блисси. Я не скажу, что это прям супер-пуперский какой-то покемон, но Шайни Блисси нам еще никогда не выпадала. Это первый раз. Нормально, я рад. В принципе, нормально. Вот кого бы я хотел, знаете, кого бы я хотел? Я бы хотел Шайни Зоруа.
Я видел, она только что пролетела. Я бы очень сильно хотел Шани Зуру, если бы она нам выпала, я был бы реально рад. Ну смотрим, там есть даже Шайни Дито в этом. Совпадение? Не думаю. Я не успел сказать, и нам реально сразу же выпала Шайни Зуру. Это офигеть, если честно. Это офигеть! Она такая красивая. Такая, это вроде коричневая, просто сейчас ночь, я, если честно, толком не вижу, но вроде коричневая, тут черная и тут синяя. Ребята, это какая-то мистика. Я не успел сказать, я бы очень хотел Шайни Зуру. Бум! Шайни Зуру. Реально, круто. Так, дальше. Последние кейсики. С легендами. Даже если нам какая-то какашечка выпадет, я не буду огорчаться, потому что... ну, нам уже Шайни Зуру выпала, она, если честно, не хуже, чем какая-то там легенда стоит, потому что, ну... Эту Шайни Зуру не так уж и просто найти, она даже если спавнится, то спавнится очень-очень-очень редко. Ну, посмотрим, может кто-то даже нормальный и тут выпадет. Нам еще никогда Райкваза не выпадала. Там уже даже Шайни Лугия выпадала, но Райкваза обычная даже не выпадала. Шайни Забдус! Шайни Забдус! Нам уже, конечно, выпадал Забдус, и много раз дальше. И Шайни Забдус нам выпадал, и Шайни Артикуна нам выпадал. Если честно, нам еще вроде никогда не выпадал Молтрес. Ни обычный, ни Шайни. Ну, посмотрим. Я говорю, в этой серии уже все нормально, потому что нам уже выпал, нам уже Заруа выпала. Я, если честно, даже рад. Вот я уже такой уперся в стеночку, я уже расслаблен. Мне уже нормально, Шайни Зуруа, это даже круто. Это как, ну я не знаю, честно. Джекпот? Шайни Зуруа и Шайни Мьюту? Шайни Мьютуша, ребята. Это чересчур круто. Это круто, ребята. Ну, последний кейс, я надеюсь... Прикиньте, сейчас с последнего кейса может там Шайни Грудон выпадет. Там уже Шайни Кьогр выпадал? Шайни Грудон еще никогда не выпадал. Даже обычный Грудон не выпадал. Ну, да, хоть тут уже я не знаю. Прикиньте, сейчас с этого кейса хоть там Шайни Мэджикарп выпадет. Мне уже пофиг будет, потому что у Шайни Мьюту и Шайни Зуру это уже планка завышенная. Поэтому уже это ничего переплюнуть не может с этого кейса. Если, конечно, Шайни Райкваза, но... Шайни Мьюту! Шайни Мьюту! Шайни Мью... Нет, Шайни Мью, Шайни Мьюту, Шайни Зуруа. Это очень круто. Все. Шайни Мьюту. Точнее, Шайни Мью и Шайни Зуруа. Ребятушечки, давайте на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось открытие кейсов и вы хотите больше открытия кейсов, хоть прям каждый день мне... Ребята, мне это, знаете, по барабану. Я могу для вас сделать открытие кейсов хоть каждый день, хоть каждый час. Поэтому, ребята, давайте мы назад отзовем своих покемонов, то сейчас меня еще запалят. Поэтому, ребята, если вы просто хотите, поставьте лайк, набираем 500 лайков на этом видео. Сразу же в ту же секунду, прям... Зуб даю, в ту же секунду выходит новая серия открытия кейсов с покемонами. Также, если вы хотите со мной поговорить, я общаюсь со своими подписчиками. Все, что вам нужно, это просто-напросто оставить ваш комментарий под этим видео с каким-то вопросом, пожеланием, советом или еще что-то. А я постараюсь на него прочитать. Постараюсь на него ответить и также с вами пообщаться. И все. И подписывайтесь на мой канал, я рад каждому новому подписчику, вступайте в нашу большую дружную семью, я приветствую реально вот прям каждого нового подписчика. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.